Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Інтерес до дайвінгу та вивчення водних просторів все більше посилюється. Люди хочуть бачити, що там десь під водою, і тим, чим займаються дайвери нашого міста, ми якраз дізнаємося від гостя, який прийшов до нашої студії. Це Сергій Ліннік, інструктор з дайвінгу. І Сергій не просто прийшов, а ще і приніс із собою деякі відеокадри, і ми побачимо, що відбувається і у нас, і, можливо, ще там, де вам вдалося побувати. Раді вас вітати, пане Сергію. Здравствуйте. З приводу дайвінгу і чому ж так зараз посилився інтерес до вивчення водних просторів, то, мабуть, через те, що люди зараз мають можливість подорожувати і все більше хочуть зануритись у воду, так? І подивитися, що ж там. Да, інтерес вирос, от. Тем более сейчас немножко было послабление с карантином. Вот, люди все-таки захотели отдохнуть, вот, увидеть что-нибудь новое и интересное. Вот, но на самом деле интерес был всегда. Вот, люди смотрят новые фильмы интересные, которые нам кинематограф представляет. Вот, и кто-то заходит непосредственно из фильмов в это. Кто-то хочет просто новых ощущений, вот, и что-то попробовать для себя новенькое и интересное. Вот, каждый по-разному заходит в этот спорт. Вот, и в это хобби. Вот. Но интерес, да, возрос. Вот, спустя вот много времени, сколько я занимаюсь, вот, люди все больше и больше интересуются этим видом спорта. Ну, вони спочатку хочуть тут навчитися, а вже для того, щоб поїхати в іншу країну, наприклад, якщо хочеться подивитись на теплі водні простори, подивитись, наприклад, на рибок різнокольорових, на коралові рифи, то, мабуть, краще тут повчитися, а вже їхати підготовленим. Звісно, обучатися непосередньо в країні або в місті, там, де ти живеш, вот это намного проще и лучше, потому как человек, когда едет непосредственно отдыхать, он едет туда отдыхать, а не заниматься спортом, поэтому и каким-то обучением. Вот, поэтому люди, если за границей обучаются, это проходит очень быстро, вот, и не всегда времени хватает, чтобы качественно человека подготовить. Вот, непосредственно здесь, в наших условиях, эта подготовка происходит более качественной и в более спокойном режиме. Так, звичайно. А взагалі, що дайвери роблять у нашому місті? Чи є у вас особлива робота, якою ви займаєтесь? Ну, як роботи прям такої нету. Вот. Дайвери тренуються, обучаються, їздять, погружаються на кар'єри, смотрят интересные места непосредственно там, где их обустраивают инструктора специально для того, чтобы люди все больше и больше интересовались. Вот. А что вы туда можете поместить? Ну, это же на дно треба, не знаю, там, якийсь, например, муляж з того корабля, який десь колись, например, міг потрапити туди, чи що? Ну, що може бути цікавим? Например, це як ідея, звичайно. Нет, смотрите, на самом деле это как идея, вот. Но на самом деле есть карьеры, где действительно затоплено настоящее техника, автомобили затопленные, мотоциклы, автобусы затопленные, вот, есть непосредственно не так далеко возле Днепропетровска целый музей, вот, куда дайверы постоянно что-то устанавливают новенькое, вот, есть, ну, немножко дальше. А новенькое это что могут они туда установить? Любые экспонаты, вот, то есть... Ну, то, что уже затоплено, или что-то новое туда поместить? Что-то новое, то есть любой дайвер, который, у которого есть какая-нибудь грандиозная идея, вот, там, поставить какую-нибудь скульптуру сварить, вот, либо поставить там холодильник или еще что-нибудь, вот, то, что не нужно, да, но опять же то, что не будет вредить особо природе, вот, то есть пластик особо мы не стараемся ставить, потому что он долго разлагается. В основном это металлические какие-то предметы или скульптуры, вот, это все погружается, и это интересно увидеть, например, москвич под водой, да. Вот, это очень интересно. Ну, не знаю, мабуть, це треба особливо цінувати цей спорт і хобі, щоб подивитися, що ж там затонуло. Насправді, якщо подумати, скільки ж могло техніки там опинитися і за яких умов і обставин, то це ціла історія і ціла епоха, як вони туди потрапляли. І, можливо, не з кращих умов, насправді. Звісно. Якщо вже так, зараз ми трошки про ваш особистий досвід поговоримо, то як вам вдалося прийти до цього виду спорту и чему он так вас захопил? Ну, как я уже говорил, каждый заходит по-разному в этот вид спорта. Кому-то просто интересно, а кому-то скучно дома. Мне непосредственно было скучно дома. Вот. И я, попробовав это, вот, я как-то так втянулся в этот вид спорта, в занятия. Вот, и, ну, ныряя с 2007 года, вот, уже
довольно долго. Вот. Угу. И все больше и больше тянет, и хочется посмотреть новые места, вот, нырнуть поглубже, вот, посмотреть, что там есть. А що найбільш вас вражало з того пірнання, яке було, можливо, найглибшим чи якимось дивовижним? Ну, знаете, поначалу люди, которые только заходят, они, им интересно посмотреть сначала рыбок, да, вот, потом смотрят технику, едут в Египты, вот, на дайв-сафари смотрят, опять же, рыбок, либо технику, корабли, которые затопленные, да. Спустя время люди приходят к тому, что им интересно нырнуть глубоко и поставить какой-то маленький рекорд, вот, для себя. Это же небезпечно. Конечно, это очень опасно, вот, поэтому нужно года тренировок, вот, и постоянно тренироваться. Вот, но для меня самое интересное, это были вот сафари в Египет, вот, там, где есть много кораблей, это действительно, это история. Вот, это история, которая, пусть не военная, да, вот, но все равно какие-то интересные моменты для себя находишь. То, что корабли перевозили, вот, посмотреть технику, которая там сохранилась, вот, и прикоснуться даже к ней, вот, это такой исторический момент, который для себя можно галочку поставить, я там был. Ну так, а найглибша така ваша мрія, чи вже вдалося вам пірнути так, як хотілося? Ну, скажем так, я для себя дошел до глубины, которой мне было интересно, да, це скільки? Конечно. Ну, 75. 75 метрів? Да, 75 метров. Вот. Це жах. Да, это очень много баллонов. Я очень долго готовился и учился у разных инструкторов, чтобы к этому прийти. Вот, то есть инструктора учатся еще дальше, вот, чтобы больше и больше и больше нырять. Вот, но это еще не предел. А вот. Скільки ви хочете? Яку ще глибину, ну, дослідити? Хотілося б 100, вот, ну там як повезет, може бути і глибше. І це де вдається це зробити? Це все Єгипет. Угу. А тут, в Дніпрі, наскільки тут можна пірнати глибоко і чи є тут небезпека? Можливо, вода може бути холодною, там, чи треба ж обрати час, треба знати, з ким це робити, чи ви сам все досліджуєте? Ні, звісно, напарник в этом, во всьому занятті – це дуже головне, вот, і дуже потрібне. Тобто одному ні в якому випадку погружатися не можна. Вот, завжди з підготовленим напарником. Навіть якщо у вас самая последняя дорогая техника самая крутая, вот, на оборудование и на технику полагаться не стоит. Вот, всегда есть какой-то нюанс во всем. Вот, поэтому напарник – это самое главное. Вот, где нырять? Объектов очень много. Вот, глубины очень разные. Вот, я не буду рекламировать места, чтобы люди потом не ныряли, потому что очень многие смотрят и потом начинают, я тоже там хочу нырнуть, я тоже хочу это посмотреть. Вот, не подготовлю, ну, угу. Не готовясь. Вот, поэтому нужно с этим всем аккуратно. Вот. А от напарник, він же слідкує, на яку глибину ви вже занурились, він може відслідкувати, і, а як ви даєте потім знаки, що щось, наприклад, не так? Ну, есть специальные знаки подводные, под водой же мы разговаривати не можемо. Вот, напарник йде з вами, вот, ви завжди смотрите друг на друга, следите друг за другом. Якщо це темно, да, кар'єри глибокі, темні, вот, завжди можна знак зробити фонарем, вот, що у вас щось произошло, обратити на себе внимание, і потім непосредственно йому, опять же, знаками об'яснити, що у вас случилось. Вот, поэтому напарник... Це, мені здається, так страшно, ви там десь на глибині, ваш напарник разом, а якщо щось станеться, наприклад, чи зможе він вам допомогти, чи зможе витягнути догори, чи як взагалі змінити той балон, чи що от може статися на такій глибині, ось 75 метрів, наприклад? Ну, смотрите, здесь нюансов много. От отказа оборудования до непосредственно наркозов, которые непосредственно из-за газов происходят, вот, неправильно подобранных, либо неправильно, если вы неправильно его используете на этой глубине. Вот, поэтому напарник, да, ну, напарник должен понимать, что вы делаете, вот, то есть он должен быть такой же квалификацией, как и вы, вот, и непосредственно знать, иметь подготовку, вот, чтобы вас в случае чего помочь вам. Вот. Либо вы ему должны помогать. Ну, звичайно. Вот. Поэтому, ну, на большие глубины очень много людей вот, одновременно не ходят. Угу. Вот. То есть один-два человека, ну, напарника, да, угу. Вот, ныряют и смотрят друг за другом.
Це просто страшно. Ми зараз зможемо подивитися ті фотографії, які ви нам надіслали. Ось де це було. І тут видно, що є вже підготовка. Ви вже збираєтесь пірнати, так? Да, смотрите, це був п'ятихатський кар'єр. Це було осінню. Вот, угу. Прошлой, это непосредственно был ребенок, который обучался у меня. Угу. Вот, это в бассейне мы вот тренировались. Спочатку в бассейні, так? Глибина ж басейну стандартна, можна навчитися пірнати, десь щось там робити, можливо, так? Основне, що треба вміти дайверу? Смотрите, первое, даже первый курс, который, первые навыки, их в любом случае нужно отрабатывать в бассейне, потому что это ограниченная глубина, вот, и вы можете в идеальных условиях, без течений, вот, отработать любые все навыки, которые у вас могут быть. И все проблемы, которые могут возникнуть. Угу. Вот. Это непосредственно... Ой, такі рибки гарні. Ну, вже видно, що тут вже інший клімат, вже потеплішало, звичайно. Це вот флаг України ми ставили на День Незалежності України, угу, вот, в прошлом году на кар'єрі. Так. І ми бачимо, як взагалі гарно, і під водою це особливий світ. Звичайно, що дайвери, якщо декілька разів опустилися, вони вже не захочуть інакшого. Вони захочуть іще, да, і ще. І це вже така залежність між тим світом, який постійно-постійно хочеться досліджувати. Да, дуже багато, навіть мої ученики, которые самые первые были, приводят детей, вот, и очень часто даже семьи у нас обучаются и ныряют дальше с нами. А чи може так бути, що людина, наприклад, не вміє плавати і пішла вчитись і такі навички з дайвінгу отримала непогані? Да. Бывало, да, это все. Хотя, как бы по всем стандартам человек должен уметь плавать, вот, хотя бы минимально. Угу. Вот. Ну, есть люди, которые, не умея плавать, идут и очень даже хорошо. А да, чи вдавалося вам когось врятувати, можливо? Багато є запитів, коли зникають люди, десь якісь є моменти і звертаються до дайверів, так само, як і до водолазів. Да, вот сейчас будет как раз лето, это самый сезон, когда люди по неосторожности, употребляя алкогольные напитки, потом лезут в воду. Вот. И да, есть запросы, звонят и просят родители, либо родственники, чтобы помогли найти, когда не часто, не всегда МЧС получается находить. Вот. Но, к сожалению, находим. Вот. Угу. Ну, тобто, все ж таки люди звертаються до вас, у вас є досвід, і ви можете допомогти. І в такому, да, іноді ми іщемо GoPro, камери, хто-то очки, хто-то телефон потеряв, хто-то браслети потеряв. Вот. Это тоже люди обращаются, вот, и мы помогаем. Угу. Тут мы бачили, ще, я не знаю, может, старі кодаки були там, так? Був кар'єр? Нет, здесь не було старих кодак. Бо мені так здається, що так знайома місцина була. Мы планируем туда поехать, вот немножко потеплеет, и поедем на старые кадаки, вот, снимем видеоролики. Угу. Ну, дуже будемо чекати, бо це теж цікаво, тим більше, що це в межах нашого міста, а це завжди викликає інтерес. Да. Якщо людина хоче навчитись і знає, що потрібно робити, їй обов'язково купувати ось такий герметичний костюм, їй треба мати якусь техніку, чи це занадто дорого для того, щоб хоча б декілька разів опускатись у воду? Ну, смотрите, для того, щоб ныряти, не обов'язково одразу біжати в магазин і покупати дорогостоящее оборудование. Вот. Первым делом нужно прийти к инструктору и сказать: я хочу нырять. Вот, вот, научите меня. Угу. Вот. Не обязательно все покупать сразу. Да? То есть на первых порах, первые шаги, которые вы будете делать, вот, это все можно взять в прокат в клубе. Вот. Можно попробовать для себя решить, чем вы будете дальше заниматься и вообще, ваше ли это. Угу. Вот. Потому что многие, ну, покупают оборудование и потом не ныряют. Вот. Поэтому лучше обратиться к инструктору, инструктор проконсультирует, научит вас пользоваться снаряжением, а потом уже вы можете нырять. Ну так, а нижче якої температури ви не опускаєтесь ніколи? Ну, смотрите, точка замерзания воды, там, 0 градусов, да? Вот, вот в лед, холодно. Именно в лед мы не ныряем, под лед ныряем. Вот. А якщо судорога, я не знаю, щось станеться там? Да, ну, бывает.
Для этого есть напарник, который всегда поможет. Ой, Сергею, такая небезопасная работа у вас, такое хобби, которое перетворилось уже в сенс жизни, але вы отримуєте задоволення, допомагаєте багатьом людям, ну и досліджуєте водні простори. Це дуже радує, що є люди, які можуть займатися професійно такою діяльністю. Бажаємо вам успіхів, ну і, звичайно, будемо чекати нових фото та відео, і приходьте до нас, поділіться також з цим здобутком з нами. Спасибо вам большое. А мы зустрінемось за декілька хвилин.